Привет, ребята, с вами Катя. Всем привет, с вами Кирилл, и мы сегодня будем с тобой что, Катюха, делать? Открывать киндеры. Мы будем открывать киндеры, будем открывать всякие разные, и с поняшами, и с кунг-фу-пандами, и вообще совсем-совсем подряд. Давай, Катюха, сразу начнем. У нас здесь, давай, сколько? У нас здесь с тобой 11, 11 это как 10 плюс 1, 11 киндеров у нас с тобой здесь. У нас такая вот бородатая голова с вами разговаривает. Вот. Я хочу. Ну, короче, первый будет с поняшами. Да, давайте все с поняшами тогда будем открывать. И здесь вот для вас сердечко такое, потому что мы вас любим. И ставьте лайк за это. О, сразу хоп. Кто ртом-то открывает? О, смотри, прикольно. Мне вот нравится, когда вот именно сами игрушки выпадают. О, это какой-то собачка. Это же ты с поняшами открыл, там были собачки. И ошейник, ничего себе. Ошейник с сердечком, друзья. Не, давай я одену. Смотрю, куда идем, может, я неправильно что-то сделала. Подожди, да, прикинь, вот это что вот это? Приколюха, смотри. Тут, короче, можно животного надевать на как ошейник, и можно надевать как кольцо. Нет, это будет моё кольцо. Дай мне колечко. Вот, а у меня, короче, будет животное. Вот у нас есть животное, собачка и колечко. Прикольно, слушай, прикольно. Прикольно, ну, я вот люблю, когда вот именно на эти игрушки. Чем вы все пони открывать? Да, давай все пони сначала откроем. Давай вот так вот, пускай вот так вот они стоят, смотрят. Гав-гав, я пока одену. Что следующее? У нас тоже с поняшками, да, я так понимаю? Прикинь, как мы потом, в смысле, будем эти все есть. О, мы просто будем обмазываться шоколадом, друзья. Просто обмазываться. Ну, слушай, ей это прям колечко большое такое. О, теперь наконец-то выпало сама пони. Ребята, если вы понимаете что-то в поняшах, то скажите. Прикольная. О, нифига, у них хвостик. У нее прям хвостик есть, у нее прям. И он прям как волосатенький такой, офигенно, слушай. Подожди, у нее еще есть крылья? Ребята, скажите, какая это пони по названию, пишите, там, то есть ставьте фиолетовая, это такая-то, там еще же всякие цвета у поняш есть. То есть каждый по цвету. А тут, наверное, написано будет My Little Pony. Как это ставить? My Little Pony. Это вот внизу где-то ставится. А, ей можно гриву расчесывать, нифига, прикинь. А, смотрите, в общем, вот пони. Ребята, вот, смотрите, картиночка. А вот расческа получается. Ей можно расчесывать хвостик. Да. Чешите свою коняшку. В общем, это как подставка и как расческа. Ну, по-моему, вообще прикольно. Вообще круто, слушай, прям вах-вах, я бы сказал даже. Так. И тут можно даже, смотри, тут можно не просто поняши попасться, а вот такие вот поняши могут попасться. Смотрите, вот такие вот поняшки могут попасться. Теперь где? Это вот. Какая-то, кстати, вот так вот точно следующий видите. Киндер. Вот. Идет какая-то другая коллекция пони, потому что, смотри, здесь была... Какая-то голубенькая, а здесь розовенькая. Розовенькая. Может быть, это посмотрим. Для мальчика и для девочки как-то считается? Я не знаю. Потому что обычно, когда я прихожу в магазин покупать Катюхи киндеры, там говорят, вам для мальчика или для девочки. Я, конечно же, беру для мальчика, потому что там круче игрушки, как правило. О, тут какая-то ерунда. О, а здесь какая-то... А что это такое вообще? Это здесь самокат какой-то? Или что это? Здесь наклейки всякие, смотрите, наклейки в виде НЛО. Да, это самокат. Чё к чему My Little Pony самокат? Ну это мне не нравится, когда. А может быть делают. Там у кого-то самокат был My Little Pony? Ребятушки, напишите в комментариях, было ли там такое. А, ребята, да, вот так вот, вот так видно. Вот так вот точно видно, она сфокусировалась. Ребят, у нас камера просто такая, что фокусируется сама. Так что мы за этот процесс никак не отвечаем. Если увидите какие-то проблемки, то это не к нам, а к камере. Вот. Так, давай я буду открывать это, собирай. Почему ты ничего не держишь, только рассматриваешь. Я смотрю, да мне нравится. Давай. Смотри, а здесь вот так можно... А, тут можно, короче, катать палец. То есть ты вот так вот одеваешь, да? То есть это как-то даже вот так вот вставляется. А как, подожди. Как это вставляется? Пока он собирает, я буду открывать уже следующее. Надеюсь, там уже выпадет нормальная игрушка. Во! Короче, вот здесь вот так одевается. Это одевается на руль. Сначала руль же отсоединяется, да? Вот это одевается вот так вот. И мы катаем, короче, свою руку по чаме. Оп, это сюда. И смотрите, мы что делаем? Мы берем палец, вставляем, ну, хотя у меня мизинчик тут сюда влезет, и катаем палец. Прикольно. Кирилл, 23 года. Да, здравствуйте. Мне еще не 23, что ты меня старишь? Ладно, это, кстати, тоже от него, но клеить мы уже будем потом, это уже для себя. Опять ерунда, смотри, это. Какие-то розовые, какие-то розовые. А ну, ты какую открыла сейчас? Опять розовые пони, вот это вот. Розовое пони, да? О, это кольцо, покажи.
колечко. Колечко на память, колечко. Ребятушки, вот такое вот колечко. Вам видно, прекрасно видно, я думаю. Вот. Ну, колечко это неинтересно. Давай я хотя бы один киндер открою сейчас. Я хочу открыть вот с этим, вот, My Little Pony. Так, оп. Ребят, у нас тут просто целый стол шоколадок. Просто целый стол шоколадок. Это ж так круто. Мы же обожрёмся. Мы же просто обожрёмся. Я открыл также с My Little Pony. И у нас очередное колечко. Это знаете, как открытие кейсов, только открытие киндеров. Катюха, на. Ну, такое же колечко, на самом деле, только цвет другой. Вообще-то нет. А, слушай. Это оно какое-то смешное. Тут с жемчугом каким-то, смотрите, там делают. Почему нарисовано My Little Pony, а внутри какая-то фигня? Почему? Почему нас обманывают? Это именно это, да, от Була, скажи мне, розовое. Скачайте бесплатно магический киндер-приложение. Типа там внутри какой-то алмазик есть нарисован. Так, смотрите, это... Сфокусировалась? Да, она сфокусировалась, смотрите, я вижу. Смотрите, это вот... типа ракушки, да, получается, идут. Алмазик. Я должен как это, какой-нибудь русалочки петь. Так, дальше что мы будем? У нас идет кунг-фу панда. У нас вот такие вот все остальные киндеры остались с кунг-фу панды, ребята. Все, у нас еще есть животные какие-то. Да, еще животные? Вот еще. А, ну пару, все понял, еще парочку есть. Так что, ну ладно, мы раскроем. Мы раскроем. Кто там будет, Кирюх? Ты это с пандой, да, ты открываешь? Да. Я думаю, там будет сама панда. Кунг-фу панда. Ну-ка. Мы с тобой смотрели мультик. Слушай! О, смотрите, я отгадал! Ну хотя я на самом деле думал, что там будет По, то есть самый главный панда, но на самом деле нифига. А у нас такой есть же уже, да? Нет, у нас, по-моему, такого нет. У нас есть его отец, а. Во. А это как просто как ученик. Вот такой пачан. Вот такой вот. Оп. У него еще крутится эта штучка? Да. Оп. О, нифига, слушай. Можно крутить. Офигенно. Прикольно. Ну, реально, прикольно. Вот, кстати, вот с кунг-фу панды мы открывали сколько раз, да? Мы же до этого открывали, и сюда получались. Попадаются панды. Да, попадаются прикольные игрушки, не то что вот эти вот колечки. Да. Какие-то, вы знаете, когда выходят тематические киндеры, покупайте лучше их, в нем игрушки круче. Вот. Так. Что здесь, Кирюх? Ты чё, Кирюх? Кирюх. Кирюх. Вот Кирюха думает, что здесь что... Это тоже кунг-фу панда, да? Там да. Сейчас будет какой-нибудь учитель. Учитель из... по фэн-шуй, может, черепаха, я не знаю. Нет, у нас выпал отец. Он такой тяжелый, прям, знаешь, такой... Просто рухнул на стол. Рухнул. Но у нас такая уже есть, и, прикольно. О, здесь она, смотри, отрывается даже вот эта штука. Нифига себе, круто. Ну, это выкинуть можно. Там даже товарный знак есть. Вот такой вот у нас отец. Отец. Нам выпал отец, ребят. Вам выпадал отец? Нам вот выпал отец. Вот такие вот игрушечки там внутри. Вот. Так. Ну это круто, слушай. Это так. Мне нравится. Прикольно выглядит. Давай игрушечку я покажем. Я собирала, ты да, показывай. Я покажу. Ребятушки, смотрите, вот игрушечка у нас такая. Вот сейчас камера наша сфокусируется на игрушечке, и вы ее, конечно же, просто увидите. Просто здесь такой прям вот запах шоколада стоит. Да, причем не обычного, а прям дорогого киндеровского шоколадка. Киндеровского, шоколадка, шоколада, шоколада, да. Вот такая вот игрушка. Ребят, не знаю, не получается сфокусировать. Мы вам, наверное, в конце покажем еще какие игрушечки на выход. Так, вот. Следующая кунг-фу панда. Что здесь будет, Кирилл? А, здесь будет, ну, давай уж панда. Это ж кунг-фу панда, там должна выпасть панда. Я с пандой канаю, да? Да, слушай, опять. Нет, вот теперь здесь учитель. Вот это теперь, я не знаю, как он называется-то правильно? Порода-то какая у него? Порода. Да кто он из животных? Я не знаю. Слушай, а как он это? Он как-то не крепится же, да? Он просто... Сверху приделывается. А, она вот так вот делается, лол. Вот, вот так вот. Так, пока Кири делает, мастерит у нас, мы открываем еще следующий тоже. Оп. С кунг-фу пандой. Кунг-фу панда, оп. Вот. На самом деле открывать с кунг-фу. Слушайте, крутим учителя. Я хочу это сделать, чтобы это было близко. Ребята, вот.
Я не знаю, ну камеру, пожалуйста, сфокусируйте. Открывается кунг-фу панда намного интереснее, когда я тоже посмотрел кунг-фу панда, да? Да. Ты уже понимаешь, кто это и что это. Ну, она прям крутится очень. Следующее, круто. Что здесь будет? Тоже с кунг-фу пандой? Да. А, я последняя думаю, что-нибудь. Давай опять учитель какой-нибудь. Крутой теперь. Черепаху хочу. Хочу черепаху. Тигрица. Как это называли в Кунг-фу Панда 3. Всякие панды маленькие. Полосатик. Блин, мне так нравится этот учитель. Ну все, успокойся, положи его уже. Я знаю кунг-фу. Он такой классный вообще, слушай. Так, а что? О, тигрица тоже крутится. Это получается, да. Вот здесь прицепили ему тут хвостик. И она здесь будет крутиться. Слушай, неплохо. Мне кажется, у нее бы он скрутился. Показывай. Самое, не хочу, не балуйся. Да, ты пока другой открывай, я пока покажу ребятам. А у нас дальше идет с животными. Ой. Здесь у нас какой-то идет. Кстати, вот между прочим, с животными тоже круто, потому что там бывают всякие такие, знаете, как махровые животные попадаются с махровым покрытием. Такие ну, полосатенькие это, прям. Ну, потом он такой... Вау, кунг-фу, тигрица. Я чувствую, что он заберет все эти игрушки, потому что вообще он что-то счастлив с этими игрушками. Да что ты знаешь, я в детство впал. Да? Да, давай вот так вот сделаем. Оп, тигрица с колечком. Так, смотрим, что здесь. Ой, что-то тигрица-то вообще не стоит, как ее поставить? О, смотри, какая милая белка. Белка, что? Белка. А, белка, просто белка. Я думал, какая-нибудь, знаешь, из этого. И все игрушки попадали. Слушай, вот кунг-фу панда, у них у каждого персонажа что-то крутится. Что-то, ну, да, потому крутится. Что они... А, вот, тигрица свои... боком вообще должна стоять. Я все пробовал вставить. Вот это все вот так вот. Хоп-хоп. Слушай, у нас кунг-фу панды очень много. Мне нравится. Здесь выпала белка. Белочка. И здесь как бы инфа про белку. Как бы сколько она весит, чем питается, где обитает. Ну-ка, да, я покажу. Ребята, вот, смотрите, чем питается белочка. Чем для питается обитает, белочка. Да, это все такое, знаешь, на самом деле прикольно. Знаешь, чтобы дети изучают, чтобы знали про да. белочку. Вы знали, что покажи, белочка 15-20 сантиметров. 25 сантиметров от 25 грамм до 34... От 250 грамм почему до 340. Я не знаю, котёк. Короче, здесь нарисован волк. Вот, сейчас она сфокусировалась немножко. Сейчас нарисован волк, и мы ее откроем. Последний, получается, кинг. Последний? Круто, слушайте, ребят, мы уже быстро так освоились, мы быстро все это сделали. Вот такая вот белочка, вот такая вот бельчушка. Камера, пожалуйста. Пожалуйста, камера. 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 Пожалуйста. Ребят, не хочет она фокусироваться, но мы вам потом покажем. Давай тогда в конце мы еще проведем по 7 игрушечкам, чтобы вам... Давай скорее, давай открывай быстрее наш тачка. Последний киндер. И просто тачка. У нас просто есть тачка. Такая тачка, кстати, между прочим. Ее так нажимаешь, она, получается, будет так... Да, ее нажимаешь, и она едет. Короче, давайте сейчас проведем экскурс по всему, что мы сейчас сегодня открыли. Это все 11 киндеров, которые у нас были, и мы их смотрите, открыли. Смотрите, звук шоколада. Сколько здесь можно обмазываться им, обмазываться. Все, давайте сейчас мы вам покажем. Кать, мы же договорились с тобой вместе есть. Катюха, шоколадку отдай шоколадку. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои комментарии и ставить большой палец вверх. Если вам понравилось это. Всем удачи, всем пока. С вами были Варпач и Катя. Отдай же шоколадку, отдай.